Не бойся, главное. Этот врач посмотрит. Если будет кариес, то полечит. Да, родители сказали, это хорошая клиника. Бабушка, а ты будешь лечить зубы? Я? Нет, если я в этой клинике зубы плечу, я месяц кушать не буду. И Барсик тоже голодать будет, да? Давай. Ну что такое? Здрасте. Добрый день. Добрый день. Вы к нам на прием? Да. Вы записывались? Нет, но у нас экстренный случай. Ага, я постараюсь найти для вас окошко. Окошко? Да. Не надо окошко. Он через окошко может избежать. В смысле, время свободное. А, это да. Слушай, Викуся, ну если нет времени, давай в другое время. Саша, какое другое время? Перенесем. Хватит! Не будем мы больше переносить. Ты 2 недели переносишь и переносишь. Он уже щека как у бульдога. А ты, ой, ничего страшного, чесночок приложим, самогончиком зальем, пройдет. И что, помогло? Ушел в запой, гаденыш. Видишь, внучек, за зубами следить надо. Вон бабушка не уследила, и все. Дед мои зубы, гадина, в трусковец забрал. Викуська, пошли домой, а? Ну, серьезно, сегодня такой день, ну что ты? Какой день, Саша, у тебя всегда? Вот такой вот день. Давай, как мужик, терпи. Вы знаете, он еще со школы боится зубы лечить. Ага. У него в школе заболел зуб и... И что, до сих пор терпит, что ли? Да нет. Тот зуб в школе я ему портфелем выбила. Мы с ним так познакомились. Вы не волнуйтесь, у нас очень хорошая анестезия. Сделаем укольчик и ничего не почувствуете. Ой, зачем вы про уколы сказали? Он уколов еще больше боится. Ему как-то вкололи что-то не то, так у него потом попа была, как у макаки. Вика, ну зачем сейчас при людях это теребить? Так у нас колют не в попу. А второй раз ему вкололи в десну. Так у него лицо было, как попа у... Вика! Расскажите, как зуб повредился? Фисташка. Была не раскрытая. Да, я знаю это, я попросила тебя ее раскрыть. Ну, я предлагала молоточком, а ты ничего страшного, зубами быстрее будет. Вот. Вы только не волнуйтесь, у нас работают профессионалы, вам обязательно помогут. Все, я пошел, Вика. Куда ты пошел? Ну, мне надо. Куда тебе надо, Саша? Ну, я не могу сейчас при людях сказать, куда мне надо. Ну, чего ты, и так понятно, что обделается сейчас тут. Не обделается, садись. Он в прошлый раз через вентиляцию выполз. Ничего в этот раз не выползет, засранец. А вы поплакайте, так меньше хотеться будет. Меня бабушка учила. Слышь, малой, а ты в курсе, что ты малой, и тебя будут делать без анестезии? Саша! Ничего, ничего. Бабушка пошепчет, все пройдет. Пусти-пусти-пусти, чуть-чуть-чуть. Саш, ну перестань. Пошли. Давай, пошли. Давай, садись. Ай, Вася, нет! Давай. Ну, Вуся! Давай! Я не хочу в этой дешевенькой поликлинике быть. Я хочу обратно в ту дорогую клинику, в которой я раньше обслуживалась. Нет, мы туда больше не пойдем. Потому что твой передний мост стоил мне столько же, сколько мой задний мост на Гелендваген. Да он вообще дороже, чем мост на Троещину стоил. Вот эти вот твои рэкеты. Рэкеты! Я все правильно сказал, это рэкеты. Как так может быть, что дороже, чем комплект зимней резины? Как ты можешь сравнивать зубы и комплект зимней резины? Согласен, некорректное сравнение. Без зимней резины жить нельзя, а без зубов можно. Давай, иди садись. Слушай, ну я не могу, здесь одни нищеброды. Я тебе говорю, не нищеброды, а пенсионеры. Ты все время путаешь, садись. Тем более тебе тоже уже не 18 лет, я не готов тратить на тебя такие деньги. Извините, вы к нам на прием? Да. Нам вот это отбеливание, виниринг и шугаринг.
Это все вам? Не-не, ей отбеливание и венеринг, а мне шугаринг. Да. Сколько это будет стоить? Подождите, не говорите. Сделайте мне сначала анестезию. Вы шутите? Анестезия – это очень серьезная процедура. Если ее сделать, полдня не сможете разговаривать. Полдня? Тогда сделайте ей две. Чтобы хотя бы на день хватило. Бабушка, а если я положу тот зуб, который мне вырвут, под подушку, то фея же принесет мне денежку? Ну, конечно, внучек. На меня даже не смотри. С тобой эта схема не работает. Девушка, можно прайсик посмотреть, что там у вас? Да, конечно. Да. Простите, молодой человек, а это с вами здесь и сделали? Нет, это у нас самолечение. Викуська, пошли домой, а? Так, Саша, не пойдем мы домой. Дома он, соседи думают, что мы каждый день любовью занимаемся. Причем стонешь только ты. Мне кажется, мы единственная пара, которая не занимается любовью, потому что у мужа голова болит. Я занимаюсь. Янка, тут нормальные цены. Это ж доллары, не евро. Это в гривнах. В гривнах? Ха! Янка, мы тебе можем поставить вставную челюсть. Хочешь? Нет. Я хочу. Не-не, бабуля, у нас с ней другая система взаиморасчета. Вам она не подойдет. Что, мне подойдет? Мне не подойдет. Смотри. Ладно. Тут все есть. Буся, ну, Буся, тут брекеты такие дешевые, а я хочу, как подружки мои сделали. Вот сделали себе такие красивые, с бриллиантами. Вот Наташка сделала недавно брекеты с бриллиантами, и все, ходит счастливая, улыбается. Наташка дура твоя, она не туда брекеты поставила. Ей на ноги надо было ставить, там больше проблем. Хорошо, давай тогда мне удалим зубы мудрости, а? Лицо будет уже, это, между прочим, сейчас очень модно. Яна, у тебя от мудрости остались только зубы. Пускай будут. Ё-моё. Так, ну все, мы вам все сделали, как договаривались, да? А здоровые зубы оставили, все остальные удалили. Улыбнитесь. Ой, красота, красота. Викуся! Лучше пускай будет один больной, тем вам все зубов не будет. Идем. Саша, ну успокойся. Приходите к нам, когда будут денежки. Ну, на морковку не налегайте. Маручка, что там у нас дальше? Так, значит, вот мальчик по записи, ага. Но есть еще экстренный случай. А, экстренный случай. Так что у вас? Это чеснок и самогон. А, не-не-не, мы натурпродуктом не берем, только деньгами. Нет, это самолечение. А, давайте тогда заходите. Давай, Саша, иди. Саша! Что ты делаешь, дядюшка? Саша, успокойся и... Да иду, иду уже! Что вы начинаете? Что вы начинаете? Иду я уже! Саша! Дала бы ему выпить для храбрости! Да если он сейчас для храбрости наберется, так проблемы с зубами будут у стоматолога. Здрасте! Слушайте! А у вас бывает такое, чтобы все от страха, наоборот, в кабинет дантиста ломились? Нет, обычно наоборот, все заходить боятся. Сейчас будет. На тусик заходи, ласточка. Бабушка, а тебе не страшно? Нет, внучек, мне после платежек за газ ничего не страшно. Понимаете, у вас там написано, с животными нельзя. Я думал, она на улице подождет. А она цепь перегрызла и... Вот. После карантина она такой стала? Нет, а мы после свадьбы себя так запустили немножко на Медовом. Господи, милок, как же в тебя угораздило жениться вот на этом? Понимаешь, бабуля, дареной дочке депутатов зубы не смотрят. Правильно говорится, дареному коню. Ну, можно ее и так назвать, конечно.
Я такое видела только в ужастиках. А, в ужастиках? Я ужастики уже не смотрю. Не страшно мне. Так а что же вы раньше ничего не делали? Не замечал? Да, закодировался недавно, увидел. Туман отошел. Ей плохо? Нет, у нее зубы мудрости режутся и выдавливают остальные. Ох. Ладно, давай тебе зубы мудрости уберем. Давай. Бабушка, она похожа на Годзиллу. Нет, внучек, эта девочка, видишь, в детстве плохо чистила зубы, и вот что получилось. Мне кажется, она в детстве обидела зубную фею. Не, мальчики, она ее сожрала. Так, вы будете удалять или пломбировать? А, пломбировать, пожалуй. Нет у вас пломба на все и лицо. Вика! Что, болит? Да нет, с этим все нормально. Нужны деньги и все на два зуба. Такой страшный кариес. Не, я кто-то рукой так махнул, и все. У доктора нет двух зубов. И, кстати, этот беззубый сказал, чтоб за ним больше не занимать. Отлично, зайка. Поехали в платную крутую клинику. Оплатить будет он. Да. Да ну блин. Бабушка, мы идем домой. Нет, мы в очереди посидим, доктор оклемается и первые будем. Слышите вы, она кровь почуяла. Валите, сейчас такое начнется. Ой, ой, спокойно, Сентина. Да, нет, пока никто не обращался. Ну, слушайте, здесь два варианта. Либо вакцина действительно настолько хорошая, что у нее нет побочных эффектов, либо настолько плохая, что никто так и не придет. Да. Но не переживайте, в любом случае денежки никому не отдаем. Бережем, так сказать. Да, да. Здравствуйте. Ой, ко мне кто-то пришел, я перезвоню. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это здесь выплачивают компенсацию за побочные эффекты от вакцинации? Да, что у вас за проблема? Проблема? У меня катастрофа. Можете уже отсчитывать ваши деньги. Подождите, про деньги. Давайте разберемся, какие у вас побочные эффекты от вакцины. И, кстати, вы какой вакциной вакцинировались? Подождите вы с вашей этой вакциной. Сначала давайте разберемся с побочными эффектами. Ну, давайте, хорошо. Что у вас случилось? Во-первых, у меня пропал сон. Так, на какой день после вакцинации? Что значит «после»? Сразу же, как только я узнал, что всех будет вакцинировать. А когда стало известно, что это еще и не бесплатно, у меня вообще начался нервный тик. Посмотрите, у меня дергается правый глаз. О, вы извините, это левый. Видите? Да, теперь вижу. Вот. Хорошо, послушайте, я на самом деле понимаю, да, не все вакцины бесплатные, ну а вот вы какую выбрали? А вот именно, что когда я узнал, что этих вакцин несколько, врач у меня сначала диагностировал раздвоение личности, а потом я сам с собой поругался из-за вакцины из страны-агрессора. Послушайте, а самой вакцины какие у вас осложнения? Вы понимаете, когда я узнал, что вакцин несколько, я стал изучать этот вопрос. И сильно у меня упало зрение. Так что вот, пожалуйста. А это что? Это счет от окулиста и за очки. Так. А вот еще, пожалуйста, за свет. За свет? Вы вообще нормальный? Ну, конечно. И в темноте я пока читать не умею. Так, послушайте. Это вы послушайте. Это еще цветочки. Когда я узнал, что эта вакцина сохраняет от коронавируса только на 70%, у меня вообще крыша поехала. Вот счет от психиатра. Так, послушайте, хватит мне, давайте ваши счета. У вас есть какие-то осложнения от вакцины? Конкретно? Конкретно диарея. Вот, диарея. А как диарея? Ну, после укола, что ли? За месяц до.
когда на всех сказали, что заболеваемость растет, а вакцин на всех не хватит, я испугался. Все. Вот, пожалуйста, счет за скрепительное и еще за стирку штанов. Знаете, что мы за это платить не будем, потому что мы здесь ни при чем. Как это вы здесь ни при чем? Одну секундочку, я объясню. Я не успел купить скрепительное. Не добежал. А почему? Потому что я забыл маску. А в аптеку меня бы без маски не впустили. Кто это придумал? Ваша организация. Поэтому платите. Так, ладно, тут счет небольшой, мы оплатим. Это все? Я тоже так думал. Но когда в новостях сказали, что сначала вакцину получит армия, потом врачи, потом артисты, а остальных людей будут вакцинировать в последнюю очередь, я снова испугался. Вот, пожалуйста, счет за чистку дивана. Послушайте, так. Вы что, издеваетесь, а? У вас есть какой-то конкретный побочный эффект от вакцины? Конкретно? Геморрой. Вот. Как геморрой? Вы уверены, что это связано с вакцинацией? Да, потому что достать эту вашу вакцину, это кто-то еще геморрой. Да. Вот. Вот. Поэтому вот, пожалуйста, счет за телефонные переговоры с поликлиниками, за транспорт, расписка от врача на $200. Так, ладно, давайте успокоимся, я попытаюсь вам все объяснить. Смотрите, мы не оплачиваем расходы, связанные с вакцинацией. Мы оплачиваем за конкретные проблемы со здоровьем. А, ну так у меня были. У меня вскочила гематома на лбу. Ну вот, вот, вот. Это уже что-то. Так, на какой день после вакцинации? Что вы с вашей опять вакцинацией? У меня жена спросила, есть ли у нас вакцина? Я говорю, мы в конце очереди только. И мы поругались, она мне ляпнула сковородкой в лоб. Вот, пожалуйста, вот снимок. И вот, пожалуйста, счет из травматологии. Платите. Мы ничего оплачивать не будем, потому что это никак не связано с вакцинацией. Все. Ну хорошо, и я скажу моей жене, что вы отказываетесь платить, а ваш адрес она знает. А давайте сделаем по-другому, а? Давайте я вам дам свои личные 1000 гривен, и вы уйдете. Ну это уже разговор, я согласен. Вот, пожалуйста, держите. До свидания. Отлично. Да. Так, следующее, что меня интересует. Что значит следующее? Вы же сказали, что уйдете. Кто сказал? Ну, вы. Я? Да. Когда? Ну, как, подождите, я вам дал 1000 гривен, и вы сказали, что вы уйдете. Мне? Вам. О, доктор, видите, еще один побочный эффект. У меня стала пропадать память. Слушайте, за какой эффект выплачивают больше всего денег? За летальный исход. Выплата около 1 000 000 гривен. Так и у меня был летальный исход. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Ну вот же вы передо мной стоите живой. А летально это... Да. Ну я и не прошу весь 1 000 000. Дайте хотя бы 500 тысяч. А знаете что? А я вот сейчас возьму и позвоню главврачу. Ну, ладно, ладно, ладно. Переходим к главному. Наконец. Итак, да. Побочка от вакцины. Подождите с вашей этой вакциной. Жена мне сказала, что после ссоры мы месяц без секса. И я был вынужден идти в одно приличное заведение к не очень приличным женщинам. И поэтому у меня прилично болит в не очень приличном месте. Вот, пожалуйста. Я так понимаю, это счет от венеролога. Нет, это счет за неприличное заведение. Венеролога я, так и быть, беру на себя, потому что Авраам Маркович очень хороший человек. Венеролог, мы там и познакомились в не очень приличном заведении. Серьезно? Послушайте, я так и не понял, вы вакцину сделали или нет? Да подождите вы с вашей вакциной. Вот, оплатите это. Что это? Это счет за Виагру. Какую нахрен Виагру? Голубенькую вот такую таблеточку, потому что я очень сильно перенервничал, и у меня случился сбой в половой системе. Послушайте,
Я еще раз вам повторяю, мы оплачиваем только за проблемы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Поверьте мне, для мужчины проблемы с коронапенисом гораздо важнее какого-то там воспаления легких. Правда же, вот, вот, люди говорят вам. Я уже ничего не понимаю, вы вакцину сделали или нет? Да подождите вы с вашей вакциной, мы уже близко. Я шел ее делать, прямо шел делать укол. И тут у меня случайно сбивает машина. Об этом узнает дядя Йося, и у него случается инфаркт. Не потому, что он меня так сильно любит, а потому, что я ему сильно был должен денег. Так что, вот, счет за похороны тоже оплатите. Какой дядя Йося? Какие похороны? Какой инфаркт? Что вы мне несете вообще? У вас есть какие-то конкретные симптомы? Усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах? Есть что-то такое? Вот все, что это вы сказали, все это у меня и есть. Это точно связано с вакцинацией? Конечно, потому что я столько стоял в очереди за этой вашей вакциной, что у меня все это случилось. То есть вы все-таки дождались очереди и вакцинировались, правильно? Я что, идиот? Я продал мое место. Люди спрашивали. Послушайте, я не могу до сих пор понять, вы вакцинировались или нет. Да подождите вы с вашей вакцинацией. Сначала оплатите мне вот за эти побочные эффекты, а потом я уже подумаю, вакцинироваться мне или нет. Что? То! Потому что если у меня столько эффектов до вакцинации, я представляю, сколько будет после. А знаете что? А вот ничего мы вам оплачивать не будем. Едьте в свой Израиль и там вакцинируйтесь, понятно? Вы идиот? Я бы уже 8000 раз был в Израиле. Но в Израиль без вакцинации не пускают. Поэтому, чтобы мне сделать хорошую вакцину там, мне сначала нужно уколоть плохую тут. Но мне нужны гарантии. Да пошел ты! Стойте, оплатите хотя бы Виагру! Я... Старый обещал хороший. А вот у меня еще вот один вопрос. Ну, в общем, вот. Вот смотрите, как будто я танцую цыганочку. А вот представьте сейчас, что я скачу на лошади верхом. Вот так вам нравится? Яна, ё-моё, так куплю я тебе твой 12-й айфон. Не надо прямо так на него зарабатывать, ё-моё. Иосиф Виссарионович, я вам перезвоню. Ты чё, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация. А, вот так вот это называется, угу. Да? Онлайн-консультация. Раньше это была просто порнушка на веб-камеру, а сейчас это онлайн-консультация. Класс, класс. Ну я серьезно, это была онлайн-консультация у врача, у мамолога. Мамолога, да? А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь телеграм-канале «Сиськи на скорости», да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас все больницы закрыты, вот, а врачи могут тебя по скайпу проконсультировать. А деньги ты этим врачам тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю. Это хуже. А что, действительно, больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки. Но если у тебя проблема, то врач может тебя проконсультировать онлайн. Тут онлайн не получится. Тут такая проблема, что надо ехать. Коронавирус! Жопа напрягус. А что это такое? Геморрой по-старому. Это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа вот там вот действительно. Он кредит в долларах взял, а у меня просто задница болит. Зайчик, дай потемаю. Яна, ты в своем уме, ну ты чего? Ну, пойми, что с геморроем тебя в больницу не примут. У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса. Вот скажи, ты кашляешь? Слава богу, нет. Если бы я еще и кашлял, мне бы в два раза больнее было. А запахи, вкусы чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют. Ну,
откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю? На карантине долго сидели, вот я и насидел. Слушай, ну смотри, я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу. К мамологу. А что у тебя еще с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто ты скачешь на лошадь. Яна, у меня нет проблем с грудью. У меня есть только одна проблема с моей подружкой. У тебя нет подружек. Я про свою задницу. Ах, господи, я не знала, что вы дружите. Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу, и ты ему все покажешь. Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать. Ой, Егор, я тебя умоляю, ну тут ничего нету постыдного. Вот я, например, уже 2 раза ходила на прием к гинекологу. Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать. А я не такой. Что? Что? Вот ты вспомни, как мы с тобой познакомились. Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась? И я поржала. Как поржала? Вообще-то, там просто ракурс неудачный был. Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать. Ну, короче, неважно. Ты это, давай, собирайся, поехали в больницу. Да тебя без симптомов не примут. Примут. Если что, я им прямо в приемном покое, как кашляну. Господи, да не выдумывай. Да это ты не выдумывай. Ну о чем ты говоришь? Ну какой онлайн? Ну а если у меня, не дай бог, аппендицит, то мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь? Ну зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Я, да. Подожди, секундочку. А? Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну, чисто теоретически, да. Но я же как-то курицу фаршировала. Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы. Ты сейчас не курицу, то и индюшку показываешь. А то и корову. Ой, господи, Егор, ну вот Викуся мне рассказывала, что даже Саша пошел на онлайн-консультацию к урологу и ничего не стеснялся. Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла, вот Саня и отбрехался. К урологу он ходил. Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай свечку поставим, а? Ага, за упокой моей жопы. Да лечебную свечку. Я тебе сказал, я не индюшка. Я себя фаршировать не позволю. Все, звони доктору. Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот так? Здравствуйте. Я тебе помогу. Не надо мне помогать. Что? Не хватало еще. Я понимаю, партнерские роды, но партнерское лечение геморроя – это уже слишком. Ты как хочешь, а я в больницу не поеду. Я боюсь заразиться. Ну, допустим, если я даже позвоню. А как он поймет, что я к нему на консультацию, а не просто показать свое отношение к медицине? Да просто не надо сразу все показывать. Для начала просто поздоровайся, скажи «здрасте». Я сейчас не смогу этим местом сказать «здрасте». Максимум «привет». Да ртом, на. Добрый день. Что вас беспокоит? Здрасте. До свидания. Ну, Егор! Я не могу. Ну, как ты себе представляешь? Ну, как я какому-то первому встречному, поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия. Ну, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже, у него день рождения? Ну, представь себе, куча друзей на большом экране, большими цифрами, 60 лет. И тут появляется на экране она и говорит «Привет». Да не будет там никого, на, все. Слушай, звони. Я не буду звонить. Я могу ему рассказать, показать на пальце. Я могу рисунок нарисовать. О, я могу сделать селфи задницы. Ну, типа, она сама это сделает. Такое же бывает. И подпишем анонимус. Во-первых, это называется Я знаю, как это называется. А во-вторых, врач должен все вживую посмотреть. Ну, что он увидит вживую через эту маленькую камеру?
Да я поставлю просто хорошее расширение видео. Не надо мне ничего расширять. Я хотела как лучше. Яна, ну, так, давай забудем это все. Мне легче, мне уже ничего не болит, все хорошо, давай смотреть телевизор. Распеться решил что-то. Самое. Ну что, посмотрим телек, да? Да, да, да. Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? А зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. На нашем первом сексе не было доктора. Я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты кому меня записала? И прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочкой перепутала и записала к тебе к стоматологу. Ты куда? Я сейчас быстренько все переделаю. Блин, к стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас я точно забежу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы... А что это ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин. Я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на видеозапись. На запись? Ты чего, это записывала, что ли? Я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как Дзюбе? У каждого мужчины свои слабости, а у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свою... Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Иди вон, смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Ну? О. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич, проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. А, ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите. Не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну чё, как там? Как там кверху? Послушайте, на самом деле вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но все-таки вам придется сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему дома, и прислать. Фотку? Нет, вторую, и прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать?
скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на прием. Мое расписание есть на сайте. Вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15:00. Хотя, в принципе, вы все это могли узнать и без видео. Подождите, а что, так можно было? К вам можно при... А... Яна! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный. Еще какой заразный. Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. Все! Эдуард, ты куда? У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему свое отношение к карантину. Ну, сейчас! Я на засіданні. Шановні колеги, я рада вас вітати на нашому засіданні Міністерства охорони здоров'я. Ми вже з вами проголосували за такі реформи, як сімейний лікар в кожну родину, квадрокоптери на грибах та швидка без лікарів. Хочу вам нагадати, що ми повинні за місяць приймати по 10 реформів. На даний момент у нас є тільки 7. У нас мало часу, ми не знаємо, наскільки нас сюди поставили. А можна я почну? Пропоную перейменувати больниці в будинки здоров'я. Інтересно, а чим це допоможе людям? А ви що, не чуєте, що в слові «больниця» звучить «боль», а в будинку здоров'я – «здоров'я». Це гарна ідея, виділяю на перейменування 10 мільйонів. О! Панове, а я пропоную швидко викликати по скайпу. Здорово. А якщо у чоловіка нет інтернету? Такі люди втрачені для нашого суспільства. Їх не потрібно лікувати взагалі. Значить, на прошлому засіданні ми прийняли такий закон, щоб убрати всіх докторів з скорої допомоги. Правильно? І поставити там 2 санітара. Я пропоную залишити одного. А зачем нам взагалі санітари? У нас же на скорих працюють водителі. Пусть вони їздять і осматривають больних. Дуже хороша пропозиція. А ще, коли немає викликів, то швидка може бути таксі. Таке собі найшвидше таксі країни. Бо по закону швидку мають пропускати. О, навіть такий слоган придумала. Швидка таксі, швидше. І такий рингтон. Воу-воу. Я думала, ви свою ідею про грибів на квадрокоптерах не переплюнете. Ви переплюнули. На це виділяю ще 5 мільйонів. Яна. І ще. Предлагаю остановити цей безпредел. Пора запретити людям займатися самолеченням. Точно. Закрити всі аптеки. Точно. А ліки ми будемо продавати тільки на сайті міністерства з доставкою на дронах. На чем, простите? На дровах. На дронах. На чем? Квадрокоптеры с грибил. Из чего? Дроны-шампиньоны, короче. Вы себя послушайте, а? Может быть, это вам нужно перестать употреблять эти грибы? А? Я не розумію, що ви взагалі робите в нашому міністерстві? Ви все критикуєте і критикуєте. Ви взагалі за реформи чи за цих хворих? Я за здравий смисл. Ну, якщо ми вже заговорили о здравому смислі, предлагаю ввести штрафи на ОРЗ і грип. Чихнув – 20 гривень, кашлянув – 50. Інтересно, а скільки ви збираєтесь брати за розстройство желудка? Ну, якщо таке розстройство, що ні кашлянуть, ні... то будут скидки, конечно.
Добре, на це я виділяю... Подождите вы! Ну как можно с людей брать деньги за болезни? У них и так нету денег ни на болезни, ни на штрафы. Вы что? Я не розумію, чого ви кричите? Ви, якщо ви ні в чому не розбираєтесь, то сядьте, будь ласка, і закрийте свого рота. А наче я відберу у вас вашу медичну ліцензію. Хорошо, я молчу. Но вы знаете, что вы коновал, неуч, рентгенолог. Ой, що? Що, заболіла дєта? Щось мені погано. Що, де болить? Ось тут болить. Це ж по-любому печень. Менше треба пити. Та какая печень? Это почки. Пить надо больше, наоборот. Хлопці, хлопці, почка, хлопці. Печень, це може бути щось по-женськи. По-женськи ниже. Это почки, я вам ви говорю. Ви мене, коли копчик болів, ви зібайте швидку. Швидку? Мы же их отменили. Спробуйте вызвать, может, до них еще не дошла моя директива. А. Алло, это скорая? Ой, класс, это скорая, реально. Слушай, у нас тут в Министерстве здравоохранения человеку плохо. Какое такси? Не. Ну приезжайте, ну какие законы, вы же давали клятву этого, гипостата, да. Может быть, окажете ей первую помощь, я так... Ой, без сопливых знаем, так, приезжайте, да. Так, помогите давайте. Мне ее на стол швиденько, положить. Швиденько, так, так, ну так, открывайте ротик. А, в троечке дырочки, в шестерочке кариес. Что вы сказали? Ну я стоматолог, чем могу, тем помогаю. Так, дайте, профессионал займется сейчас. Так, опа. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Едет поезд, запоздалый. Осмотрите ее. Так, давайте я. Розвертайте, перегортайте, роздягайте. Навіщо? Я проктолог. Не треба, ви хоч чимось допоможіть. Я то, конечно, не против, але мені ще рано, я патологоанатом. Але якщо це наказ міністра, то я, звісно, зараз розімнуся. Ні-ні-ні. Дайте їй спазмолітик. А ви взагалі не втручаєтесь, коли працюють спеціалісти? Ну. Хлопці, що таке спазмолітик? Зараз гляну. Успокойтесь, все в порядку. Я вже визвав дрона зі спазмолітиком. О, це хорошо. Здорово. Здається, мені вже стало краще. Добрий день. Швидку викликали? Викликали? А де це ви так довго були? А нічого, що від остановки 20 минут пішкодралами. А люди по 2 часа ждуть і не гундосять. Ну. О, слухайте, а хто то придумав, що в кареті швидкої повинні бути тільки санітари? Воно реально існує. Давай сфоткаємося. Що ви робите? Та вона ж не гола. Та людині погано, зроби чонебудь. Да. А їй дійсно плохо. Що, реально? Так. Почекайте, а це що, не перевірка? Ми думали, ви хочете подивитися, як працюють реформи. А що робити? А що робити? А інструкція! Інструкція, так, да. Оказання екстреної медицинської допомоги. Так, що їй вже робили? Я масаж діяв. В шестерочці каріс. Поки не втручалась. Я тим більше. Так, пункт номер 2. Проветрить поміщення. Так, ну вийшли. Виходимо. Всі виходимо. А вам що, віддільне приглашення потрібно? Я врач. І що? Ні, ну я можу йти. Да. Если... Та ладно, залишайся. Так а на холіру він нужен? Ну, якщо що, бо може винести. Так, далі. Так, все. Знаєш що, хватить болтати, треба щось реально вже починати робити. Давай. Катаю, откатую. Катай, откатывай. Катаю, откатую. І на повний місяць. Катай. Це що ви робите?
Я, можна сказати, життя людині спасаю, що я роблю. Все по інструкції. Ось, дивіться, наступний пункт. Оказувати любу допомогу усіми відомими средствами. А у нас в селі робили так. А у нас так. Но давай, по вашій інструкції, вона б уже умерла. Чого це умерла? Ти що? Що ти таке кажеш? Гражданочка! Ой, гражданочка, де болить? Щось тут болить, щось тут і ось тут вже. Та це може що угодно бути, від гланд до глістов. Конкретніше. Ану, це, покашляйте. Покашляйте нормально. Все понятно, давай апарат, давай. Щас стане легче. Щас буде все хорошо. Так, оп. Пульсація. Гражданочка, дышим, ингаляция. Оп! Что вы делаете? Что, над картоплею подышать? Ты самое то. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, а это ваш первый выезд? В смысле? Сьогодні чи вообще? Вообще. Вообще перший. Поздравляю. Первый выезд, первый труп. Спасибо. Не давай йому руку, нічого не підписуй. Що? Який труп? Та що ти? Я таки що вбив. Ти ідіот, я тобі казав, не треба їхати. Ти поїхали, подивимося. І що тепер робити? А що тепер робити? А що тепер робити? А що тепер робити? Ой, вам повезло. Я би для начала поставил диагноз. Так, сейчас. Який пароль от Wi-Fi? Быстро! А, в скайп будете звонить? Я що, похож на ідіота? Зараз подивимось доктора Хауса, там по-любому така серія була. Ну? Що ти хихікаєш? Він пошутив, між прочим. Ми зараз на сайт доктора Комаровського заліземо? Не заліземо без паролю до Wi-Fi. А я свій 3G тратити не буду. Ну що ж, в такому случаї вам вже понадобиться дефібрилятор. Ну, так дзвони. Кому? Ну чому дефібрилятору? Я боюсь, он трубку не возьмет. Чого? Обидився? Нет, просто дефібрилятор — это такой аппарат для импульса тока. Знаю, бачив в кіно. О, подходишь. Ага, хорошо. Так, смочить її треба. Приготовились? Готов. Разряд? Готов. Нашли! Оба! От пациента! Ой, а що це було? У вас простая неврологія. О, що? Защемление грудного нерва. Да. А вот если бы вот эти двое санитаров работали по вашей реформе, то вы бы уже 5 раз умерли. Ты бачив, як він її чик і все. Та ладно! Та що ти прикалуєшся? Та не може бути, що так просто... Ну що, тепер ви согласні, що всі ваші реформи – це абсолютна глупость? Так, згодна. Наконец-то. Я згодна з тим, що... У швидкі повинні їздити тільки один санітар, бо вдвох вони точно хворого вб'ють. А! Ви куди? Йдем, йдем, аккуратно, тихонько, ступеньки, ага. Аккуратно. Молодец. Так, что тут? А, так, номерочек. Так. Ага. Есть. Ого! Ага. 145-е? Ну... Ничего себе очередь! Такое впечатление, что на карантине людям, кроме этого, больше нечем было заниматься. Ну так, а чем еще заниматься-то? Они ж взяли, на карантин всех в марте усадили, потом отопление рано выключили. Греться-то как-то надо было. Девушка, а вы давно ждете? 9 месяцев. О, ничего себе, вы сразу после зачатия, что ли, очередь занимали? Не, девушка, я не про ребенка, я про очередь здесь.
Две недели. Но я уже 47-я в очереди. Так что попытаюсь родить хотя бы на 10-м месяце. Викус, поехали дома родишь, а? Если что, я роды приму, у меня опыт есть. Саша, я не кошка. Да какая разница? Там что, главное пуповину вовремя отгрызть и все это антисептиком протереть. Я тебе сейчас горло перегрызу и все, понял? Не надо, что ты начинаешь? Вообще я тебе советую, ты малого придержи там немножко, чтоб родила ровно на Новый год. Так мы ему на два праздника один подарок дарить можем. Сашенька, ты именно со мной такое и проделываешь. Хотя у меня день рождения в апреле. Чего они там так долго? Они что там, рожают, что ли? А, ну да. Пойду гляну, что они там делают. Куда? Я тебе пойду гляну. Родить, Сашенька, это намного тяжелее, чем зачать. Тут больше 3 минут надо. Да ладно, зато как я метко. С первого раза. Осторожненько. Вот тут у нас все. Егор, ну ты же мне пообещал, что рожать я буду в Майами. Яна, ну какие Майами? Тут в Молдову даже нельзя. Давай. Ну поехали тогда в другой роддом. Ну, какой роддом? Ты что, не слышала, какая ситуация в стране? Все переполненные. Давай, ну, поехали давай. Хотя бы в частную. Ну какой? Частные тоже все переполненные. Все же разобрали прокуроры, депутаты. Ну давай, давай. В смысле? Ну, у них тоже рождаются дети. Ну, пойдем. Давай, иди. Это хорошо, что у тебя схватки начались в пятницу. В выходные тут вообще закрыто. Все, аптеки и супермаркеты работают. Погнали в супермаркете рожать. В виноводочном отделе сразу обмоем. Саш! А, вы, мужчина, присаживайтесь. У вас тоже пузо нормальное, я понимаю. Ты дурак, что ли? Егор, ну сделай хоть что-нибудь. Ну что я тебе сделаю? Ну, хочешь, я переименую этот роддом в Майами? Будешь рожать в Майами. Хорошо. Вот, только пообещай мне, что наш ребенок никогда не узнает, что он родился здесь. Я тебе обещаю, в свидетельстве о рождении у него будет стоять лучшее место в Украине. Печерский суд. Точно. От... У нас правительство. От же что же, а? И не говори. Вначале всех, значит, усадили, чтоб все дома детей зачинали. Угу. Потом роддома позакрывали, чтоб все дома рожали. И не говори. Удаленка у всех. Учатся по удаленке, работают по удаленке. Я говорю, заткнись и не говори, ты мешаешь. Мне срочно нужен врач. Мужик, ты куда? Вы неужели не видите? Ты что, у тебя схватки, что ли? Хуже. Вздутие. Так иди вздувайся куда-то в другое место. Так нигде не принимают. И я думаю, что если я сейчас не разражусь, я могу лопнуть. Иди, давай, дуй в Феофанию. Там как раз место есть свободное. Пароль, мы все президенты. Давай. Вот не завидую я тому, кто у него роды будет принимать. Ой, Егор, кажется, начинается. Так, мужик, пропусти без очереди, я тебе на памперсы дам. Я уже памперсами не пользуюсь. Это не тебе, это ребенку твоему. А у меня еще нет ребенка. Это у нее он. Вот ей и передай, на. Окей, хорошо. Давай. Саш, ты что вообще обалдел, вот. Саша? Да какая тебе разница, 145-я ты или 146-я? 145-я? Так. Блин, у меня такими темпами денег не хватит. Я с такими темпами в очереди рожу. Слушай, поехали домой, а? А потом приедем, по скорой родишь. Саша, я хочу хотя бы одного ребенка родить в киевском роддоме. А что, до этого рожали за границей? Да, за границей. За границей реальности. В лифте и в такси. А у вас, кстати, кто будет? Мальчик. А у вас? У нас бубновый валет. Ну, мы просто во время карантина на УЗИ не попали. Мы к гадалке пошли. Валет. Здрасте. Здрасте. Кто крайний?
Не, если вы по поводу этого беспредела в стране, то там крайних не найдешь. Не-не, я по поводу очереди. А, вообще мы. Да. А это что, обе ваши? Обе. У тебя что, это, двухстволка? Или одну просто рикошетом зацепило? Да там такая история, нас же весной на карантин закрыли, и мы месяц просидели. А чем там еще заниматься? Так, а кто из них, извините, ваша жена? Ты что? Если жена узнает, она меня вообще убьет. Да. Слушай, это прикольно. Если каждая из них по двое не родит, это можно материнский капитал в банк положить и, блин, до конца жизни на проценты жить. Вика! Саш, ну... Слушайте, такая очередь здесь. А поехали, девочки, в караоке. А чё, там сейчас тихо, шумоизоляция, чисто. Наверняка какой-нибудь доктор найдется. Пошли, пошли. А то здесь много народу. Куда? Может, мы тоже поедем в караоке рожать? А чё, родишь под белые розы, белые розы. Саша, если ты не заткнешься, будешь рожать под Поляковую Дидю. Ой, нигде не принимают даже ваши виды Феофании. Мужик, я тебе сказал, сюда тебя тоже не пропустят. Да я не к вам. Я вот, мне талончиков оторвать надо. А то у них даже в туалете туалетной бумаги нет. Егор, ты слышал? Что? Ты слышал, что здесь вообще происходит? Нет, все, полетели давай в Дубай. Я даже готова на борту самолета родить. Так какие Дубаи? Ты что, мы максимум в Одессу можем полететь. Хорошо, полетели только на Люфтганзе. Летай только МАО. А вот это, конечно, стрёмно. Да, родить можно еще на взлете, так что посиди. Егор, пообещай, что когда малыш родится, то праздновать его рождение будем в ресторане. И не могу я тебе такого обещать. Скорее всего, прямо в роддоме накроем. Вот, да, недавно у кума Кристины были. Прямо в церкви накрыли, было очень удобно. О, пойду очередь куда? Занимать. Куда? Ну, очередь на Кристины. Я тебе сейчас на отпевание займу. Доктор, куда вы меня везете? Что значит куда? Выписываем мы вас. Поздравляю с рождением мальчика. Как вы писываете? Ну, а как? Ребеночек абсолютно здоров, а мне вас все равно положить некуда. Ну, у меня же двойня. Ну да, придете через неделю, родите второго. Вот. Вот здесь, кстати, можете сразу и талончик на второго взять. Так, кто следующий? Доктор, а можно мы без очереди? Плачу $1000. Слушайте, я думаю, при всем желании, ну, ничего не смогу я сделать. Ну, столько народу. Максимум, что могу сделать, так это, ну, не знаю, схватки попридержать. Вот. Хотя нет, завтра народу еще больше будет. 9 месяцев назад в этот же день метро остановили. Егор! Что? Кажется, началось! $5000! Ого! Если честно, я немного по-другому себе представлял поддержку отечественной медицины. Ну, хорошо. Доктор! Что? Второй пошел! Ага, все, значит, сейчас она, потом вы. Талончик! Есть талончик, хорошо, отлично! 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 Ай, Саша! А что? Мне кажется, у меня вот это шли. Ай, у меня! Принеси воды еще! Что делать, мужик? Тихо, успокоились! Не паникуем! Все нормально! Я знаю, что надо делать. Так, значит, беги сейчас за коробками картонными и теплые коврики купи. Давай, быстро! Подожди, какие коробки? Большие, желательно, с подхолодильника такие. Саша, мы не кошки! Спокойно! Там без разницы, там процесс один. Егор, ты слышал, что у меня будет принимать роды человек, который принимает? Принимал роды у кошки! Не просто человек, а опытный специалист. И мои услуги стоят $10000. Сколько? 10. Не нравится, можешь сам принимать роды. Да блин, ладно, что нести? Давай, коробок, побольше коробок. Тихо. Валерьянки возьми, валерьянки. Спокойно. Доктор. Ну что, вы уже с обновками разобрались? Выучили, что где лежит? Це було нетрудно. Активированный уголь в тумбочке, а медикаменты и оборудование в соседней области. Да-да. Добрались таки до нас реформы, дождались. Вам закупили новое оборудование. Серьезно? Да, а что вы думали, район про вас забудет? Выделили деньги, провели тендер.
Щастя яке, нарешті ми зможемо нормально лікуватися. Це ж і швидше, і краще буде. Да. Поэтому вот вам, доктор, ноутбук. Ну, правда, немножечко БУ, но батарея еще держит, ого-го, 3, а то и 4 минуты. Ноутбук? Вы издеваетесь? Я рассчитывал хотя бы на аппарат УЗИ. Я ж пол будущего ребенка при помощи бабки определяю. Доктор, в министерстве сказали ноутбук, значит ноутбук. С его помощью вы будете связываться с более квалифицированным специалистом из города по скайпу. Вот такая реформа. Удачи. Спасибо. А УЗИ я тоже по скайпу делать буду, да? А то бабка уже через раз угадывает. Вы б нам лучше таблетки какие-то прислали. А то травками уже лечить не комильфо. Так, что у нас там за скайп такой? Подивимось. Вы кто? Здравствуйте, я ваш сельский коллега. Вот, проверяю, как реформы працюют. Здравствуйте. Я вибачаюсь, вы что, заикаетесь? Нет. Понятно. Ноутбук есть, а интернета как не было, так и нету. Все через одно место. Что? Болит одно место? Сейчас я это... Я как раз себе вот мазь накладывал. Сейчас скажу, как называется. Мазь не треба. Разумеете, у нас тут нетипичный случай для села. Девушка собі дуже сильно увеличила грудь и теперь не может собирать урожай. Что он себе увеличил? Девушка грудь увеличила. Девушка? Ага. Что порадите? География. Что, связь пропала? Еще раз, пожалуйста. Есть ее графия. Флюорография? А это поможет? Фотография ее есть? Ну там где у нее все видно. Не зрозумів. Зараз я поправлю чё, интернет. Чего, не слышно тебя сейчас? Интернет, кажу, поправлю зараз. Изображение пропало. Зараз. Во, сейчас хорошо. Нормально? Ага. Вот такой. Нормально? Ой-о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 й. Один доктор в селе остался, и тот повеситься хочет. Что ж такое, я не вижу ничего. Привет, Петрович. Клавдія Степанівна, добрий день. Проходьте, будь ласка, сідайте. Ага. Будь ласочка. Ага. Будь ласочка, ось, ой, добренько. З чим сьогодні пожалували? Угадай. Артрит. Ніт. Радикуліт. Ніт. Давлення? Ніт. А що тоді? Заінтригували прям? Все зразу. Ну, добренько, будемо зараз оглядати. Ні-ні-ні-ні-ні. Я по телевизору смотрел, уже можно по компьютеру с доктором связываться, с городским. Звони доктору, он пускай меня осматривает. На что вам той доктор? Я вас уже 40 лет знаю, я знаю все ваши трещинки. И как их лікувать, тоже знаю. Звони доктору, говорю, а то вот пойду яду выпью, а в предсмертной записке напишу, что ты посоветовал. Звони. Добре, як скажете, ось. Будь ласка. Ого, два доктора у нас. Здрасте. Хто це? Це я, ваш сільський колега, я вам дзвонив, помните? Да, помню. Мазь хотел узнать. Сейчас, как она называется, жопомесил. Да, все, счастливо. Не, мамась не треба, у меня тут пациентка, разумеете? Да, я не вижу ее, сделаешь МРТ, потом перезвонишь, ага. Яке МРТ? У нас в селе нема МРТ. Что ж таке? Делай МРТ. Клавдія Степанівна, у нас нема МРТ в селе. Я говорю, делай МРТ. А то вот прямо вот тут сейчас окочурюсь, милиция придет, а у меня в холодненьких ручках записка с твоим именем. Быстро!
Добренько, зробимо вам МРТ. Вот. Тільки очі заплющить. Так. Заплющить, вставайте, ага. Пішли в кабінет. МРТ, вот. Обережно, тут голову пригинайте, а, обережно, вот. Тут. Так, ой. Ступенька, так. Осторожно, так. Так. Сідаємо, ага. Ось крісло МРТ. О. Добренько, о. Починаємо сеанс МРТ. Давай. Все зробили? Кого? Ой, сразу полегчало. Сразу за тебе МРТ лучше стало. Звони доктора, будем говорить ему спасибо. Вот, вот молодец какой. Ладно. Звони. Ну что, МРТ сделал? Да, зробили, зробили. Спасибо. А ну покажи мне бабку. Будь ласка. А кто с ней рядом там? Детка ее? Здрасте. Что-то какой-то бледноватый он. Ну, так а что, бабка, еще что-то болит? Сердце, сердце колит. Сердце? Ага. А уверены, что именно сердце? Ну-ка, это, пощупай ее там. Только так, на камеру пощупай, чтобы я видел. Якось дивно звучить. Ви мали на увазі провести осмотр? Що там смотреть? Доктор сказав щупай, значить щупай. Мені вже 20 лет ніхто не щупав. Ну давай. Клавдія Степанівна, я зараз вас буду осматривати в області груді. Трохи пощупаю. Ну і мій віду, що серце у мене тут, а горуч от тут. Добренько, давайте пощупаємо. Ніже, ніже, ніже щуп. Все нормально, все нормально, там все нормально. Я пощупав, все нормально. Я пощупав. Пощупав? Ага. Тепер послухай її. А, добренько. Ну, слушай. Родилась я в Екатеринославской губернии. В селе Макеевка. Клавдія Степанівна, слухай, треба спеціальним інструментом. А. Родилась я в Екатеринославской губернии. Что вы робите? Ай, звони городскому доктору. Ничего не можешь ни пощупать, ни послушать. Звони городскому. Доктор, у меня не получается, да. С бабкой. Я вас не вижу, но Виагра вам в помощь. О, Виагру давай. Клавдія Степанівна, це для чоловіків. Ну давай, я деду дам, ему лекарства тоже нужны. Давай, быстро. Доктор, поможіть. Что-нибудь еще? Спину ломит. Что, спина болит? Спину, да. Ну, если болит спина, значит, нужно пациента перевернуть и выйти. Какой интересный доктор, а? Давай, давай, так, как мне становиться лучше? Для процедуры этой. Клавдія Степанівна, а що ви робите? Как? Что доктор сказал? Давай, я все слышала. Не треба цього робити, там... Делай, что доктор говорит. Давайте, на всяк випадок, я перезвоню доктору и ще раз питаю. Ну давай, я же все слышала. Доктор, повторіть, будь ласка, ще раз, що треба зробити? Пацієнта нужно перевернуть и выяснить причину боли. А я вже испугався. А я уж обрадовалась. Еще жалобы есть? Что горло болит? Что, горло? Горло. Горло, это нужно, значит, ласкать. Ласкать, ласкать, ласкать. И потом трахать. Ух ты! Сейчас-то ты все слышал! Давай, ласкай меня, ласкай, ласкай. Ну и про главное потом не забудь. Давай же точно. Клавдія Степанівна, він не те мав на увазі. Те-те-те. Не те, кажу. Те-те-те. Давайте перезвонимо. Ага. Не те він мав на увазі. Ти боязливий. А може й те? Те! Доктор. Доктор. Кто там? Це я, ваш сільський колега. А, опять вы? Ага. Мы. Ну так что непонятного?
горло полоскать и трахисан. Трахисан, батя. Еще жалобы есть? Голова кружится. А, голова – это давление. Померяй ей давление. Добренький. Все, померяешь, потом наберешь. Накидайте трубку, бо я завжди якось не вовремя дзвоню. Не вопрос. Я на связи. Ага, добренько. Ну, я ж попросив не кидать трубку. Де він спрятався там, а? То що ж такое? А что ж ты меня накачал, как лодку? Я тебе что, резиновая баба, что ли? Вибачте, Клавдія Степанівна, я випадково, вибачте. Давайте ще раз позвонимо. Ех ти, дзвони! Дурак. Кто это? Доктор, це я, ваш колега. Може, ми вам бабку переправимо, а? Так, вам. Город. А деньги у нее есть? Ну, откуда у нее деньги? А, тогда все занято. Все палаты забиты. Як ви кажете, ваша фамілія? Плоха зв'язь, что-то... Тут шум какой-то. Ви ще пите, на що ви це робите? Связь оборвалась. Яка зв'язь? Ви рукою камеру закрили, на що ви це робите? Да нічого подобного, это реально, реально связь. Что-то плохо мне, Милок. Зараз, ось. Ваша улюблена, ваша улюблена. Доктор, допоможіть! Доктор! Та куди ж ви? Доктор, уберіть руку, кажу! Та ще краще подивилась. Ти диви. Давайте. Раз, два, три, чотири. Давай, не вмирай. П'ять, шість. Ні, я в этом не участвував. Ні! І раз! Ой, спасибо тебе, Белок, в который раз бабушку от смерти выручаешь уже. Я уже даже не считаю. Я считаю. 18-й уже. Ой, хороший доктор ты. Прости ты бабку старую, вредную. А вот этого доктора я терпеть не могу. Я его сразу не взлюбила. А дай-ка мне ручечку. Будь ласка. Вот, спасибо тебе. Хорошо. А що це ви робите? А я этого доктора найду, у него прям в кабинете окочурусь, мне вскрытие сделают, а внутри записка с его именем. Візьміть ноутбук з собою. Та на що мені нужен-то? На дорожку, він гарячий, будете їм спину греть. О, спасибо.